Таисон, я не понимаю, что делать в этом троллинге. Какой-то он сложный слишком. В смысле сложный? Тебе надо вот перепрыгнуть, я перепрыгну. Да это невозможно! Ну хорошо, давай я тебя еще раз подтолкну, давай! Давай. Давай, раз. Ты меня не подтолкнешь. В смысле, в прошлый раз же подтолкнул. Давай, раз. Случайно вышел. А, конечно, давай, раз, два, три. А, не получилось. Конечно, так. Я больше не буду. Как делишки, ребятишки, с вами снова Аги, с вами сегодня вместе Жак, и мы будем продолжать троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайкусики под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам мы продолжаем троллить друг друга. Да, ребята, я уж даже не знаю, сколько раз я это повторяю, но ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос и у меня, и у Жеки. Давайте наберем как можно больше лайков, если вы хотите, и ждете новую серию троллинга. А, да, я с тобой абсолютно согласен, Эдуардо Пересьяно, побежали быстрее! Так, тебя на руках понести или что? Да все, я побежал! Да ёж, бежишь, давай! Быстрее! Я просто так В общем, ребята, вот мой троллинг. Что Жека будет сегодня делать? Это, в принципе, очень-очень-очень большой секрет, что с ним произойдет. Но ключевой момент всего моего троллинга, то что Жека сегодня пойдет делать себе новый пирсинг, да. А, и в связи с тем, то, что есть много таких уникальных людей, которые думают, то, что вау, пирсинг это так плохо. Типа, ну, можно сказать, какие-то полухейтеры, да, а, в какой-то степени. Поэтому давайте, ребята, мы как раз-таки на этом, на этих полухейтеров, сегодня завяжем сюжет наш. Я вам не буду показывать, что тут будет. В принципе, ребята, вы можете сами посмотреть сверху, что представляет себя мой троллинг, и продумать у себя в голове какой-то минимальный сюжет. Но я вам ничего не буду говорить, потому что это небольшая интрижка. И, как обычно, мы сначала пойдем к Жиндосу, пройдем его троллинг, а потом вернемся на мой. Поэтому потопали, ребята, пошли. Ну что, Эдуардо Пересьяно, вы готовы проходить на мой троллинг? Я готов. Пошли. Гейм мод 2. Поставил, пошли. Нет, не поставил. Да в смысле? Да вот! Да это сюрвайвер! Нет! Все, я поставил. Все, Эдисон, в общем, я тебе ничего не буду объяснять, сразу проходи на мой троллинг, проходи, не стесняйся. Да я прохожу, пошли, Жека. Ну все, пойдем. Ой. А что такое? Да что такое? Ты затроллен, понимаешь? А, все так? Луис, ну давай проходи на мою карту быстрее, у меня так как бы... Да я прохожу, ну сложно... Да хора двери закрывать, паскуда! Да я как бы старался, я стою на месте, а вот двери закрывать, никто не закрывает. Эту хрень, сломай. Жека, пошел в сраку, Эдисон, ну проходи быстрее на мой троллинг, что ты... Стоит, ничего не понимаю. Я говорю, проходи на мой троллинг, я его строю. Ё-моё, с этими дверями сраными закрывает, он открывает. Жека, иди нахрен, а. Эдисон, ну что ты не хочешь проходить? А это нереально перепрыгнуть, понимаешь? А может это надо в другое сделать, я вот не знаю, может быть это такое в другое можно сделать. Куда в другое, что в другое, куда в другое? Не знаю, может быть вот сюда, вот куда-нибудь там, может тогда можно пойти сюда. Да, тут что-то есть, да, что-то есть. Что-то есть, но непонятное. Опа, нифига себе, невидимая троллинг-ловушка. Я вообще в шоке. 95% вот этого точно не увидит, ребята, я прям в шоке. Во, я вот согласен с этим. Ай-яй-яй-яй! До свидос, мучачот! Жека, ты дурак вообще. Я нереально через когда проку тебе в башку упирается. А, все, я на моем, я на своем троллинге, Жека, давай, приходи, я тебя жду. Давай, проходи! Да чё Я, конечно, понимаю, что я тебя уже затроллил. Ты не переживай, ты проходи. Не переживай, главное не переживай. Ну хорошо, посмотри, давай, перепрыгни вот это. Это мое, тебе нужно прыгать карту. Перепрыгни вот это, вот это нереально перепрыгнуть, как бы. Да, может быть что-нибудь, ну, я не знаю, давай, проходи, я говорю, никаких подсказок, никакого сюжета, просто троллинг, понимаешь? А, просто троллинг, да? Ну, вот это, если нереально вот сюда надо, я вот это перепрыгнуть не могу, Жека. Да, может в другое место пойдешь, может ты не знаешь, может дальше надо было пройти. Да, еще дальше, там дальше ничего не было вроде. Думаешь, ты посмотри повнимательнее. Куда дальше, в какую сторону дальше? Тут, по-моему, немножечко еще, вот тут что-то выделяется, помнить? И как я туда должен запрыгнуть, у меня такой вопрос? Ну, по-моему, как-то можно вот так нажать пробел и прыгать. В смысле пробел? Ничего там нельзя. А дальше, хорошо, дальше. Эдисон, а у тебя что, нет, я не знаю, возможно, у тебя и правда того же цвета.
Кто того же цвета? Что того же цвета? Ну, сюда правая кнопка мыши, вы сюда правая кнопка мыши. Куда того же цвета что-то? Дверь открылась, всё, ничего, всё. Какого-то того же цвета, вообще непонятно, что ты несёшь на самом деле. Ой, это... Я посмотрел и сам провалился, понимаешь? То есть, зачем я это сделал? Объясни. Объясни мне, пожалуйста. Побей. Да, ну я не успел. А, я опять на своем троллинге. Жека, приходи, я тебя тут жду. Видите, ты не переживай, я так уж что-нибудь помогу, давай, иди. Какие спаунпоинты. Вот, видишь, заходи. О, что за страшные звуки? Просто дверь открывается. Нет, у меня не какие-то страшные звуки были. Ой. Ты где здесь? Жека, что ты курил? Не открыл. Что ж Жека перед этим троллингом курил? Кстати, сам ты в ловушке. Это какая-то самая непонятная хрень, которую я когда-либо видел. Где я вообще нахожусь? Жека, я в кошмаре, да? Это мне снится кошмар, да, какой-то? Ой! Ты где? Ты куда-то попал? Жека, мне кажется, тебе к психиатру надо сходить, а то у тебя с этим чугунком твоим не все в порядке, мне так кажется. Твоим, который на плечах у тебя. Ну вот этот. Давай про карту мы проходи, давай. Ну ты куда мне проходить, алло? Я не знаю, может что-нибудь тут есть, не знаю. Что-нибудь должно быть, мне кажется, да? Как я за угол туда должен запрыгнуть? Ну как же вот на пробел нажать, вот правильно, правильно, здесь буду тебя учить Майнкрафт. Учи меня паркурить, Джека. Давай. Паркуй. Опа! Все, мы. Опа! Нажми еще раз. Опа! Эдисон, подожди, ребят, я вообще, в принципе, буду молчать, у меня слов нету, поэтому, Жека, давай контролируй всю ситуацию. Помнишь, ты мне в предыдущей серии как бы говорил, что ты мастер в CSGO, да? Не горел я такого, ну допустим. Или какой-то был позапрос? Не помню! Короче, Эдисон! Не важно! Это что-то когда-то. Подожди, поставь спаунпоинт, пожалуйста, где-нибудь вот. А, ну то есть кто-то просто очень пробомбился на моей предыдущей серии, да, с CSGO, и решил мне устроить такое же испытание, то есть плагиат. Я тебя просто затроллил. Ой-ой-ой. Это мираж, это карта мираж, это не даст, понимаешь, тут мираж, конечно. Нет, ты просто, Жека, согласись, ты просто плагиатер, согласись. Тут, понимаешь, тут нет, я просто тебя затроллил, как бы тут не в этом нет ничего плохого. Ты просто плагиатер на самом деле. Эдисон, в общем, Эдисон, тебе нужно найти 3 рычага, чтобы пройти. А может 33 нахрен, одного не хватит? Нет, 3 рычага, которые ты можешь поставить только на красный. Ты как бы будь осторожней, я снайпер, я ВП как бы мастер, ты будь осторожней. Эдисон, один рычаг у тебя есть, тут ничего нет. Ну я поставил на красную шерсть. Да не, не на эту, там другая должна быть. Я тебе дал еще один. Спасибо за 2 рычага. Да, нет, ладно, короче. Ну давай, сейчас хотя бы один Эдисон, хотя бы один еще, давай. Ой, молодец. Эдисон, ищи блоки, которые выделяются. То есть, вот блоки, которые выделяются, в них спрятаны на рычаги. И, по-моему, ты стоял как раз возле того блока, который выделяется. Посрань. Ты вообще плагиатер, Жека. Да. Ой. Зачем строить мне мое же испытание, если я его придумал? Я потому что вопрос. Я тебя затроллил, все. Ты меня не затроллил, ты просто у тебя идея. Согласитесь, ребят, у него просто не было идеи, чтобы что-то придумать. Он построил мне мое же испытание. Вообще нет. Мое же испытание, понимаешь? Наглая ложь. Ты бы еще зашел ко мне на карту и скопировал мою же карту. Кстати, хорошая идея. Это пародия на дебилизм какой-то. Я тебе прямо скажу, пародия на дебилизм, на мой же дебилизм, который ты не смог пройти. Я тебе сделаю полегче, я ему поставил меткость 50%. Если ты умрешь, тут я тут вообще не виноват. Эдисон, давай в коннектор, да не сюда, в коннектор. А что это такое? А, подожди, а где это я? Это не коннектор. Это ты на сети спавни, понимаешь? А где коннектор? Да коннектор вон там! Нет, это где? Вот тут коннектор! Где коннектор? Иди ты в сраку, паскуда! Ты вообще не друг, ты понимаешь? Ты тварина какая-то, понимаешь? Друзья так не поступают! Иди тут коннектор, ну что ты делаешь? Коннектор тебе нужно! Придурок! Ну сейчас приду, сейчас все будет, коннектор, да, ему нужен. Ты будешь стрелять? Гнида, ты будешь стрелять? Опа. Что творишь, пробегает. Видишь, вот коннектор, вот сюда тебе нужно, давай. Коннектор. Молодец, Эдисон, молодец. Да ты зачем?
все, что там... А у меня вообще никакого паркура нет, у меня просто легко в коллектор пробежать. Коннектор. Я со 100% точностью пробегал. Вот, все, коннектор, коннектор! Рисен, молодец, так, рычаг. Второй рычаг, так, третий рычаг. Молодец, молодец! Нет, ты знаешь, ничего у тебя не получилось, короче. Ты просто читак какой-то, как я вижу. Я просто тебя затроллил. Я так быстро переместился и, собственно, у тебя уничтожил. Не понравилось, не понравилось. Это тебе за CSGO. Дебил. Это уже начинается. Мне не нравится какой-то... Так, все, Жека, давай, заходи. Предыстория, выходи. Да, что, заходи, предыстория, что там. А, сейчас выходи, предыстория. А, в общем, Жека, сегодня ты решил сделать себе новый пирсинг, понимаешь? Новый пирсинг. Да, все мы знаем то, что у Жеки, сколько у тебя, три пирсинга, да? У меня просто как бы сережки и в носу сережка. Ну и соски. Ну, это секрет, мы никому не будем рассказывать. Это никому не... Да, вообще замолчил, как секрет. Никому не будем про твои соски рассказывать. Ну, что у тебя на сосках пирсинг. Да нет, я пойму. Да, Жека, я заткнулся. Никому это не будем рассказывать. Хорошо, проходи. Проходи. В общем, сегодня ты решил сделать еще один пирсинг. Жека, давай, как бы у тебя там назначено уже на 2 часа дня, а сейчас уже 2 часа дня, понимаешь? Ага, понял. Хорошо. Это твой дом, как бы ты вышел из своего дома, и давай, Жека. Да, у меня тут яблочек нормально. Да, вообще, у тебя тут огород, ты вообще фермер. Давай, давай. Я сундук нашел. А что там? Не знаю. Ничего там. Ничего, вот именно, ничего там нету. Давай, Жека, давай, проходи дальше. Хорошо, хорошо, так. А что это у меня тут, что это? Ну ты можешь перекусить, закусить вот сосисончики, многое другое. Жека, ты опаздываешь, понимаешь? Ты опаздываешь. Да куда, куда, куда? Иди-то. Да туда, куда? Дальше проходи, вот сюда, давай, быстро, опаздываешь. Пирсинг ждать не будет, вот сюда, как бы, я тебе показываю уже 3 раза проход. Давай, Жека, давай. Может, спанпой тут поставить? Я ж предупреждал, поставил спанпой. Я поставлю, поставил. Ну, да поставь уже, да как... Всё, до свидания, побежали. В смысле? Я не понял, это что такое? Это ты меня жил. Магия вне Хогвартса, понимаешь? Жека, как... А я как бы перепрыгнул, если так нечестно. Я считаю, что это нечестно. Нет, как бы ты тпхнулся. Кто тебе разрешал тпхнуться? В смысле тпхнулся? Ты меня как бы сам толкнул, я перелетел. Нет, ты первый раз я тебя толкнул, ты впал, упал в лаву. Почему ты тпхнулся? У меня такой вопрос. Что, спаунпоинт поставить? Ты сказал, спаунпоинт поставить. Ну, поставь, спаунпоинт ты поставил? Поставил, замечательно. Так, Жека, как бы тебе... Вот пирсинг находится где-то вот тут. Это где? Дверь. Откуда я знаю? В смысле? Но она не открывается, поэтому не знаю, что. Ну, значит, не открывается. То, вообще-то, по законам логики, дверь как бы открывается. Но если там не открывается, значит, не дверь, Жека. Ну ты попробуй перепрыгнуть, как бы. Ты уже один раз перепрыгнул, может, еще раз получится? Да, давай. Ты меня подтолкни, ну, снова. Хорошо. Да, ну, подожди, может, пока я перелечу и потолкну тебя? Давай, Жека. Давай, раз. Давай. Давай, раз, два, три. Жека, давай еще раз... Давай еще раз. Я не жопу, Эдисон, я понял, короче, тут есть дверь, мне нужно найти рычаг, я правильно понял, все, я пошел выехать рычаг. Как так, в смысле? Нет. Ну, ты, да ладно, я тут посижу на скамейке, а нельзя сидеть. Да, Эдисон, я не понимаю, что делать в этом троллинге, какой-то он сложный слишком. В смысле сложный, тебе надо вот перепрыгнуть, я перепрыгну. Да это невозможно. Ну хорошо, давай я тебя еще раз потолкну, давай. Давай. Раз. Ты меня не подтолкнешь. В смысле, в прошлый раз же потолкнул, давай, раз. Случайно вышел. Конечно, давай, раз, два, три. А, не получилось. Жека, ну мне кажется, нужно реально найти рычаг. Он где-то вот тут на улице. Я так и знал. Не зря, что сундуки стоят везде, Жека. И бочки. Да? Наверх тебе нельзя запрыгивать, сразу предупреждаю. Так вот, да? А я вот возьму и запрыгну. Да я тебя убью. Нормально. Давай, ищи сундук. Да я не знаю, вот сундуки, они пустые все. Ну как бы ты не все прочекал, может где-то вот тут. Да как не все? Сейчас прилягу, подожди. Да ты не... там еще... Я бы тоже смотрел уже. Я же... Жека, ты на меня можешь посмотреть? Я тут полчаса уже стою. Полчаса, понимаешь? Понял. Так, все прочекано, все сделано. Все прочекано, все сделано. Давай, Жека, давай, молодец. Давай. Так. Там тебя ждет твой уже любимчик ждет. Опа! Штурмовичочек! Так, Жека, давай, быстренько! Так, 18 без паспорта нельзя, у меня с собой, по-моему, нет паспорта. Вот дебила кусок, ладно, давай, потопали обратно домой за паспортом. Давай, быстро! Ой, там мы подумаем! Как мне обратно? В смысле, как тебе обратно? Давай обратно за паспортом. Как? С
смысле как? Обратно за паспортом? Как? Ты где? Ну вот, давай, ну ищи проход обратно за паспортом. Я могу сгореть обратно. Ну давай, ладно, можно и так. Я как бы не против, Жека. Можно и так, я ничего против не имею. Давай, сгорел, молодец. Давай, 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 за паспортом. Я побежал. За паспортом, давай, давай, давай. А где паспорт? По почте отправили, Жека, вот тут паспорт. Да, а, я нет, смотрел по почте. Значит, мне показалось, значит, там ничего нет. Под кроватью, так. Под кроватью посмотри, вот кровать, под кроватью посмотри. Да, 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 я тебе не доверяю, все. Ага, паспорт, извините. Паспорт? А что ты паспорт на кухне хранишь? Не знаю, да я дебил. Не новость, не новость. Хорошо, давай, хорошо. Штурмовичочек! Засади мне прямо... Так, все. Да, я знал, куда отходишь. Заходи, заходи, заходи. Опа. Ложись, ложись. Пирсингистик. Пирсингистик, ложись, Жек. А зачем ложиться? Зачем ложиться? Пирсинг делай. Зачем не ложиться? Пирсинг делай. Ну хорошо. Это, конечно, странно, я вроде как не ложился, когда мне пирсинг делали. Ну как бы, ну в этот раз не в обычном месте ты будешь пирсинг делать. Я поэтому выйду, там не а буду каком? Бежать. В смысле? Ну ты же говори. А про это можно говорить, Жека? В смысле, про что? Ну хорошо, ну про твои соски я палить как бы никому не буду. То есть это секрет, я понимаю, у тебя на сосках пирсинг, это я никому не скажу, это вообще. Да, конечно, я просто могила, рот на замке. А про писю ночек. Про твоего петушка. Ну, ты хотел пирсинг там хотел тебе. Там я не хотел делать. Ну давай, хорошо, Жека, я вам мешать не буду, я даже глаза закрою, давай. Не, можно я не хочу, чтобы меня. Жека, соберись, волю в кулак и давай. Я не хочу, ну ладно, все, давайте, делайте, в Майнкрафте можно так уж. Ну давай, я глаза закрыл на самом деле, ну ты там ори, не стесняйся, я понимаю, что это больно на петушке пирсинг делать. Это, похаваю. Ну ты скажи, когда там сделают. Ну что, сделай, это нормально. Сделали? Угу. А ну покажи. Смотри. Да где? Да снимай! Вот помню, ты всегда пел, Эдичка показывал писюн. Твоя очередь, давай, Жека. А у меня не могу. А у тебя нет писюна, ну хорошо, ничего страшного. Так, Жека. Ну ты прям на самом деле. Я тобой горжусь, ты реально мужик, прям вырос в моих глазах. Ну как. Не каждый решится на писюне писюн делать. Ну. Пирсинг. Ну! А чё ты меня дебила кусок хочешь? Всё, давай, обратно домой отправляйся, давай. Дверь не открой. Да, брат. Вот эту. А, вот эту? Ну хорошо. Это твоя кровь, да, из писюнчика? Больно. Да чё тебе больно? А прыгать не больно, да? Ну я прыгаю от боли, понимаешь? Ты помассируй, может, боль пройдёт. Ладно, пойду. Жека, подожди. Жека, ты попахай. Тихо. Да ты не прыгай. Жека, копчопурчики. А ты вообще, Жека, ты помнишь то, что к нам в Москве тогда придрались за наш пирсинг? То есть копчопурчики не любят пирсинг, помнишь? Помню. То есть они тебя даже... Не видят, я же в трусах. Ну как бы, ну соски, в принципе, тоже не видят, но на носу вот... А на носу у меня маска. А уши? А уши тут волосы закрывают. Ну как бы гея даже сдалека видно, понимаешь? Поэтому они 100% тебя смогут спалить. Не понял сейчас, не понял. Это прямое обзывательство в троллинге, да? Нет, я не про тебя. А, ну ладно, хорошо. Я про жадный пристака, но это не важно. Так, Жека, тихо. Да я все. Они сейчас тебя запалят, поэтому давай, Жека, быстро домой. Какой-то червяк. Да давай, проходи домой. Дырку? Какую домой? Такую дырку. Все, что запалили, Жека, запалили. Жека, я не знаю куда. Жека, давай. Жека, что там дырки? Что там дырки? Давай, там, мне кажется, там оружие. Я не могу даже ничего открыть. Да в смысле ты не можешь открыть? Давай, Жека. Хаммер. Жека, давай в дырку, обезопасься, давай в дырку. Жека, давай, подай, они же... Все. Рычаг нашел, рычаг. Давай, хорошо, давай, Жека, давай дальше. Ну! Да, дальше, как этот пройду. Давай домой, сейчас копчепурчики опять вернутся. Да какой домой, выпусти меня отсюда. В смысле выпусти? Ты что, застрял тут? Да. Ну, попробуй выпрыгнуть, давай, Жека, пытайся, пробуй. Нафиг макаром. О, это проблема. Жека, да ты, а еще раз давай сундук открой, еще раз, да, дебила кусок. Ну ты там застрял, не видишь, нога твоя там застряла. Пирсинг, да, ну хорошо, нога или нога, ну ладно, я прямо скажу, пирсингом зацепился за сундук. А, пирсингом за сундук зацепился. А как ты сейчас вылезешь? Не знаю, если помоги мне. А я тут при чем? Я как бы ведущий троллинга, а что я могу помочь? В смысле, ну помоги, вытащи меня, сломай эту что-нибудь. Я, а в смысле я помочь? Ну как бы ты зови на помощь там друзей там. Помогите! Помогите!
Не, я понимаю, Стефан бы, конечно, пришел, но мне кажется, Стефан сейчас на работе. Стефан сейчас не сможет прийти. Но зато, Жека, сыночек твой пришел! Жека, сыночек, сыночек! А что у него рук нет? Вставай, вставай, Жека! Вставай! Митрофан, помоги! Да вставай! Вставай, Жека! Да чё ты меня лежишь, ну встань! Ну давай, цепляйся, цепляйся! Ой, а чё у него реально рук нету? Мне кажется, он руки сломал. Ну как бы, Жека, тут другого варианта нету, за что цепляться. Нет, я не буду. А, ну тогда, в принципе, боже, ну ты зацепился? Давай, цепляюсь, всё, дай только вылез, дайте вылез отсюда. Ну ты цепляйся, возьмись двумя руками, чтобы он тебя вытащил. Беру. Прям на камере возьми двумя руками, чтобы вылезти наконец-то. Давай, Жека, давай, тянись, давай, тянись, о! Ура! Если Митрофан мы об этом никому не скажем. Просто зато я видел, Жека, я, в принципе, могу это на YouTube выложить. Иди сюда, Жека, иди сюда. Я-то как бы могу на YouTube. Я тебе молотком по башке насучу. Ну я веду, что ничего. Жека, как ты вообще с этой мыслью сейчас жить будешь? Ну то, что ты записывал Митрофана. Выкарабкивался. Я, в принципе, могу это в любом момент на YouTube выложить, и все подписчики это увидят, понимаешь? Ну, ладно, я не буду тебя мучать. У тебя, в принципе, сейчас, Жека, только два варианта есть, понимаешь? С такой мыслью жить вообще невозможно. Покажи руки. Руки покажи. Фу, да. Спрячь волосатые. Вот, держись, смотри. Ой, не надо. Нюхай. Не, Жека, и что ты сейчас... А что ты такой радостный у меня такой выбор? Что ты сейчас вообще делать будешь? Да, я не радостный, совсем. Жека, ну хорошо, я твой друг, поэтому я дам тебе выбор. Я тебя выручу, я тебя с этой ситуации смогу вытащить, Жека, понимаешь? Вот, у меня сейчас только два выбора. Если ты откроешь вот эту красную дверь, тут выбор рипнуться, понимаешь? Ну, то есть просто, ну нереально с такой мыслью жить, понимаешь, Жека? А вот тут просто спиться вместе с бомбой. Нормально, мне нравится, я уже сопьюсь нахрен, давай. То есть ты хочешь спиться? Да! Может все же рипнуться, Жека? Нет! Ну ты руку свою понюхай, мне кажется, ты рипнуться захочешь. Сейчас, подожди. Ну да, рипнуться на самом деле хочется, но хорошо, Жека, я тебе помогу, давай. О, нормально! Тут все на твой вкус, выбирай, я тебе мешать не буду, Жека. Понимаете, ребят, ну, как бы, руками. Он вот своими руками брал и, ну, не стыдно за него, если честно. Мне очень стыдно. Жека, как ты там? Все нормально? Жека. Жека. Жек! Жек! Жека! Ау! Ах, аж прям жар по телу-то пошел. Да, ну все нормально, ты забыл? О! Забыл про это все? А, пошло. Ты то, что ты рипнуться хотел. Ну ты как бы напился, все нормально, забыл про руки. Да, вишенка. Кого? Жека, все нормально, Жека. Просто великолепно. Надеюсь, все с тобой будет. Ты больше рипнуться не хочешь, поэтому, ну, хорошо. Запомним, урок этот, Жека. Все нормально? Все нормально? Да! Можем уходить. Ну ты рипнуться больше не хочешь, я надеюсь. Все нормально уже. Ой, борось, борось меня! Пускай Жека будет бухой, но хорошо, что он больше рипнуться не хочет, что Жека хочет жить даже с этой, как сказать, Жека, проблемой на душе до конца жизни, да? Бомжапурчик со мной будет навсегда. Ну, Жека, ты обещаешь, ты точно не рипнешься, да? Все будет нормально. Ты подожди отсюда, ты не понимаешь нашу тему, понимаешь? Мы с бомжапурчиком тут вообще-то тусим. А, то есть я вам мешаю, получается, да? Ну хорошо! Я не буду, я вам лучше еще двух. Я уходи отсюда! Ну подожди, а почему я должен уходить? Я вам еще двух кентов приведу, вот смотри, Митрофанчик и его. В общем, раз ты со мной так обращаешься, то что уходи, вот так. Этот тип мне не нравится. Это очень опасный тип. Это мафия. Какой тип ты его руками трогал? Какой опасный тип? Он вообще братаны сейчас. А это все лучше провокация, считаю. Да? Провокация. Да. Ладно, ты там, Жека, трезвей, я пойду заканчивать троллинг. Ну шо, бомжапурчик, будем фигачить Митрофана, бей Митрофана!
Он своей кувалдой вас обоих зафигачит. Так, ребята, мы, наверное, уже подожди на этом будем... подожди меня, не заканчивай, подожди. Ну. Теперь можешь заканчивать, в принципе. Ну, Жека, ты там дрыхни, я закончу, ты можешь спать, в принципе. Вот тут прям я хожу. Да, можешь спать, я тебя не утруждаю больше, ты и так многое в своей жизни пережил. Давай, Жека, все. Давай, да. Я там, как... Да дай мне закончить, твою мать! Буль, как делишки, ребятишки. Нет, уже не как делишки. Ребят, мы с вами прощаемся. Ставьте лайк, чтобы Жека больше не пил. Если хотите, чтобы Жека вам показал свой пирсинг на петушке. Не понял. Ну ты покажешь как пирсинг, что? Если мы 20 тысяч лайков наберем. Как это больше не пить? Видишь, это очень даже хорошее занятие. У нас скрывается новое чрево, понимаешь? Что такое? Что, меня обижают опять, да? Валят. Давай, говори, давай. Да белый кусок, ты будешь говорить или нет, тут всего? А, ты еще серию не закончил, я как бы ушел уже. А, да? Да.